дуэт состоится в следующем году. Живописное место. Здравствуйте! А что вы тут делаете опять? Через реку прыгаем. Это, наверное, было видео. Я сейчас для тех, кто не был. Она будет назначать капитана. Это лодка для него. Для тех, кто не был, в первую очередь. Я очень люблю хейтов, чтобы обрести очень много. Надо быть шагом, чтобы она не была в нас хочет. Надо быть шагом, дайте кто-то поможет. Я понимаю, что надо попадать в дерево. Как я говорил, уже грибов не все сегодня, не завтра и послезавтра. Бычки об байдарку не тушить, воздух не кидать, железо одеть, в нем спать, снять в городе. Рыбак и море. Берем. Базар, внимание. Ну что, он меня одного снимает? Только да.
Движуха какая-то тут. Мы обсуждаем количество дров. Как вы считаете, этого хватит? Я считаю, что мы его все защищаем. Как вы считаете, стоящих вот здесь дров? Как вы считаете? Никола Актис. Арт-объект. Я, русский философ Глеб Шестов, ответственно заявляю, что мой Никола Активец объект служит предречением новому Иерусалиму о том, что он пойдет в ближайшие 2 года. Поэтому все видят эту брешь и понимают, что скоро там будет жариться мясо. Мы солнце даже включили тебе, чтобы поярче было. Чтобы виднее было, да? Да. Долой! Спасительный берег. Приготовление речной шаурмы. I was walking down the street one day, asked my friend Илья to come out and play. He said, Nick, I would like to, but I must delay. I gotta work real hard, got some bills to pay. I said, buddy, don't tell me that you've lost your way. But I get why you're boring and you're starting to stray. It's 'cause I knew this would happen. Today I thought I see that you are worried, but you can still get down and dirty. I will show you the way. Together we can get some girlies. Even though today you're 30. Let's
все, что вылезло, все, что вылезло, вот это в следующем. Как будто на 10 сантиметров, блядь, меньше стал бы. Сантиметров. Давай, что-то тебя косит немножко. Коля! Я порвался. Давай. Готовы? Давай, раз, два, три, погнали! Ah!